и окончательно назначено было его 20 лет лишения свободы с конфискацией личного имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. На скамье подсудимых два человека. Это теперь уже бывший оперуполномоченный Альфа-Арабийского отдела полиции Шымкента капитан полиции Шавкат Муслимов 1979 года рождения и проработавший в органах более 8 лет. И его подельник Ахрор Абдулаев, второй 1983 года рождения, ранее судимый. Они обвинялись в совершении двух преступлений в отношении кассира обменного пункта, расположенного около парикмахерской ШИК, и в разбойном нападении и убийстве кассира корпорации АК-Орда около Нурбанка. В первом случае там было похищено 8 миллионов тенге, во втором случае 32 миллиона тенге. В первом случае подсудимые обвинялись в покушении на убийство кассира и разбойном нападении, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия. Во втором эпизоде также были обвинены в незаконном ношении хранения огнестрельного оружия, в разбойном нападении и убийстве кассира. Рассмотрение материалов длилось около 3 месяцев, но, по словам судьи, присяжные смогли разобраться во всех сложностях дела. За время процесса выслушали более 60 свидетелей, потерпевших, свидетелей, экспертов, изучили 12 томов уголовного дела. Присяжные заседатели признали подсудимыми виновными по большинству пунктов обвинения. Это убийство, покушение на убийство, разбой, незаконное хранение оружия. Муслимов был ранее оперативным сотрудником, и потому судом он был лишен звания капитана полиции. Деньги, вещественные доказательства найдены не были. Здесь вещественные доказательства, можно сказать, только то, что найдено было травматический пистолет, из которого производились выстрелы непосредственно потерпевшего там охранника. Экспертиза показала, что это действительно тот пистолет. Он был найден дома у Акиба Абдулаева. Не установлен пока и третий участник преступления, так называемый стрелок. В обоих случаях он стрелял на поражение людей. В ходе следствия было установлено, что при нападении на кассира-обменника Абдулаев и Муслимов ожидали его недалеко от места преступления, чтобы увезти с места преступления на своих машинах. А во втором эпизоде Абдулаев вместе с третьим участником уже сам стрелял, забирал из машины мешок с деньгами, а Муслимов ожидал их в машине рядом. В отношении третьего участника материалы выделены в отдельное производство. Муслимов был приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Абдулаев был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично. Приговор в законную силу еще пока не вступил. Подсудимые и потерпевшие адвокаты вправе обжаловать его в течение 15 дней в кассационном порядке. Сергей Павленко, Николай Иванов, Кирилл Мочалин, информационная служба телекомпании ОТРАР.